Привет всем, с вами Владимир, и сегодня я хочу приготовить на завтрак омлет. И сейчас покажу, как я его делаю. Возможно, кто-то скажет, что это не омлет, но я так его готовлю. Вот, для этого мне необходимо немного картофеля, яйца, добавлю колбасы, вот, можно добавить сосиски, либо иногда даже мясо добавляю, вот. Немного перца красного, болгарского, лук, укроп, ну и соль, перец и немного масла. Так, ставим нашу сковороду, налью масло. Картофель нарежем мелко, чтобы побыстрее жарился. Так, картофель нарезал, пока греется масло, нарежу еще лук и перец. Так, посмотрим наше масло. Вкладываю картофель. Немного посолю сразу. Накрою крышкой. Нарежу болгарский перец. Колбасу порежу. Помешаю картошку. Прошло 5 минут. Наша картошечка уже пожарилась. Так, добавлю лук и болгарский перец. Добавлю еще немного соли, потому что очень соленый. Продолжаю жарить еще минут 5. Прошло минуты 2-3, добавлю. Продолжение следует...
хорошо перемешаю. Продолжается жариться. Возьму яйца. Так, добавлю. Здесь нам будет достаточно. Немного соли. И все это хорошенько взбьем. Итак, прошло еще минуты 4-5. Вот. Картошка пожарилась. Добавлю немного перца черного. Вот. И потихоньку добавлю наши яйца. Накрою крышкой, сделаю огонь поменьше. Оставлю на минуты 3-4. Забыл добавить укроп. Добавлю немножко укропа. Так, вот. Накрываем и ждем. Прошло 4 минуты. Вот. Наш омлет уже готов. Вот. Можно подавать его в таком виде, но я хочу его обжарить со второй стороны тоже. Возьму тарелочку. И 2-3 минуты с той стороны. Вот такой омлет у нас получился. Если вам понравилось наше видео, комментируйте, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, всем пока!